Бородавочник – убедительное животное благодаря своей свирепости и мощным клыкам. Он движется прямо к семейству мангустов. Ему достаточно один раз взмахнуть головой, чтобы численность семейства резко упала. Но эти ребята, заметив его, начинают двигаться ему навстречу. Ну естественно, они ведь идут встречать клиента, своего спа-салона Клеопатра. Бородавочник удобно располагается на засохшем грунте и получает полную чистку от паразитов, таких как клещи и блохи, а также легкий тонизирующий массаж лапками. Мангусты берут за свои услуги только то, что смогут отодрать и съесть с тела своего клиента. Такой вот крепкий симбиоз. Это почти как Тимон и Пумба, но Тимон не мангуст, а сурикат.